Всем привет! С вами я, Савонтий. Вы на канале «Своими руками». В этом видео будет обзор новой модели комбо-ресивера Uclan Usteam 4K Pro. Я уже делал обзор на данную модель, но это был инженерный вариант, а эта модель уже поступила в интернет-магазины именно в таком варианте. Uclan Usteam 4K Pro идеально сочетает современные технологии, мощную аппаратную базу и доступную цену. Все это позволит оценить превосходное качество изображения с разрешением до 4K Ultra HD 3840 на 2160p, поддержка технологии HDR High Dynamic Range и HLG Гибрид Log Gamma сделает изображение еще более насыщенным и контрастным. Этот вариант модели поставляется в черной коробке, где указан логотип Uclan Usteam 4K Pro 4K Ultra HD. Тюнер данного аппарата способен принимать такие форматы, как DVB-S S2X, современный формат спутникового телевидения, DVB-T2 – стандарт наземного телевидения, а также DVB-C – это кабельное телевидение. Одновременно три тюнера в одном ресивере. Коробка черного цвета, комбо-ресивер. Данный аппарат выполнен на операционной системе Linux и установлена система Enigma 2. Также планируется на этом аппарате сделать три системы. Также будет Android, а также еще одна система загрузки по типу как в Denis IPTV. Способен работать как с мультистримом, так и с T2MI. Работают сталкеры. Работает на системе Linux. Давайте посмотрим, что в комплекте. В комплект поставки входит ресивер Usteam 4K Pro, пульт дистанционного управления, как и в предыдущем варианте этой модели, большой, удобный, батареи формата 3А, кнопки резиновые, отвечают на нажатие щелчком. Логотип Uclan Usteam 4K Pro. Кабель HDMI в комплекте для подключения к современным телевизорам. Большой адаптер питания. Адаптер питания на 12 вольт 2 ампера. Стандартный распространенный разъем. Также в комплекте идет небольшая инструкция по эксплуатации. Присутствует украинский язык. Здесь описаны технические характеристики. Вот такой комплект поставки. Uclan Usteam 4K Pro позволяет почувствовать атмосферу увлекательных фильмов, захватывающих спортивных трансляций и развлекательных шоу, прием которых возможен не только со спутника, а и в цифровом эфире или кабельной сети. Новинка способна обрабатывать не только DVB-S2 стандарт, а и современный DVB-S2X, что, несомненно, привносит дополнительные технологические возможности и функции. Широкие сетевые возможности заложены во встроенном гигабитном порту и двухдиапазонном Wi-Fi модуле. Такой набор позволит не ограничивать себя как типом, так и скоростью соединения, а сам ресивер использовать как IPTV-приставку при подключении к домашней сети или интернету. Ресивер выполнен в металлическом корпусе, передняя панель выполнена из черного глянца, полупрозрачного. Видим логотип модели Usteam 4K, здесь расположен инфракрасный приемник для пульта, имеется дисплей, на котором отображается либо время, либо номер каналов, либо дополнительные функции. В центре расположена кнопка включения-выключения. При включенном состоянии она светится синим. В выключенном состоянии она имеет красную подсветку. И логотип производителя Uclan. Снизу блестящая окантовка. Эта модель имеет встроенный Wi-Fi адаптер, двухдиапазонный, имеет две антенны. За отзывчивость и невероятную скорость работы Uclan Usteam 4K Pro отвечает современный и мощный 64-битный 4-ядерный процессор HiSilicon 3798MV200 от Huawei. Имеет 1 ГБ оперативной памяти и внутреннюю память емкостью 8 ГБ. Корпус черного цвета, металлический.
сверху вентиляционное отверстие. С правой стороны расположился один из разъемов USB. Это высокоскоростной разъем USB 3.0. Правее расположен слот картридера для карт условного доступа. С левой стороны вентиляционное отверстие. Снизу 4 резиновые ножки. Сзади расположены основные интерфейсы. Как я уже сказал, имеется два варианта подключения к сети интернет. Есть встроенный Wi-Fi, две разнесенные антенны. Слева направо разъемы, такие как DVB-S2 для подключения спутниковой антенны, DVB-C, DVB-T2 для подключения кабельного оператора либо эфирной антенны, SPD и F – оптический выход для вывода цифрового звука на домашний кинотеатр, AV-ресивер и им подобным. AV – аналоговый аудиоразъем, видеовыход для устаревших моделей телевизоров. RS-232 – сервисный порт для восстановления прошивок. HDMI 2.0 – выход с поддержкой разрешения до 3840x2160p для подключения к современным телевизорам. Правее расположен гигабитный Ethernet порт для подключения к интернету по кабелю. Второй USB разъем – это USB стандарта 2.0, разъем SD-карт для чтения SD-карт, кнопка Recovery, разъем DC-12 для подключения внешнего блока питания, а также тумблер питания Power On-Off. Ну, как я уже сказал, две антенны, антенна 1, антенна 2. Операционная система Linux создает широкие возможности по управлению ресивером, доступны имиджи от различных команд разработчиков. Можно установить плагины, существенно наращивающие возможность ресивера. Ресивер поддерживает функцию слепого поиска, что обеспечит автоматический поиск транспондеров, которых нет в памяти ресивера. Что интересно, применяемый в данной модели процессор разрабатывался специально для использования в IPTV, OTT и гибридных DVB приставках. Учитывая это обстоятельство, плюс мощность железа, помноженное на опыт наработок инженеров компании, все это обеспечивает отличные результаты по умолчанию.